куриный рулет с сыром. Очень красивый, солнечный и легкий в приготовлении куриный рулет. Ингредиенты. Сыр твердый 300 грамм. Яйца 3 штуки. Сметана 3 ложки. Куриная грудка 500 грамм. Лук 1-2 штуки. Соль, перец, сухая зелень. Основной этап приготовления. Разбейте яйца в миску и добавьте к ним сметану и тертый сыр, а также всыпьте туда зелень для красоты и перемешайте. Берем противень, застилаем его пергаментной бумагой и распределяем яично-сырную смесь равномерно тонким слоем. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут, чтобы рулет схватился, но при этом оставался гибким. Нарежем лук и обжарим его до золотистого цвета. Куриное филе пропустим через мясорубку или блендер. С лука необходимо слить лишнее масло. Смешиваем лук с мясом, солим, перчим и хорошо перемешиваем. На подрумянившуюся основу выкладываем куриный фарш и также распределяем по всей поверхности тонким слоем. Начиная от края, скрутите всю основу в рулет. Куриный фарш должен оказаться внутри. Положите рулет швом вниз и накройте его фольгой. Духовка еще горячая, ставим в нее рулет еще на 20-30 минут при температуре 180 градусов. За пару минут до конца откроем фольгу и подрумяним без нее. Рулет готов, красивый, плотненький. Разрезаем его на ломтики и подаем. Можно в горячем виде, можно и в холодном. Попробуйте, это очень вкусно. Мы надеемся, что наши рецепты будут для вас полезными, и вы приготовите их на свой праздничный стол. Приятного аппетита!